Беспрецедентные случаи в столичном лицее. Кусок штукатурки с потолка упал на ученицу прямо во время урока. Директор учебного заведения считает, что всему виной проливные дожди в августе, когда сильно пострадала крыша здания. По ее словам, пострадавшую девочку обследовали врачи, сейчас она в порядке. Подробности этой истории смотрите далее. Инцидент произошел вчера в теоретическом лицее имени Лучана Благи в 7 классе во время урока физики. На школьницу упал кусок штукатурки с потолка. На место сразу же вызвали скорую. Врачи незамедлительно осмотрели девочку. Ребенок в порядке. Ее осмотрел врач, проконсультировал. Сотрясения мозга нет, ничего нет. Единственное, что сильно испугалась, как и мы все. Изначально директор лицея отказалась с нами общаться, сославшись на то, что уже дала 2 интервью другим телеканалам. Однако потом все же рассказала некоторые подробности. Весь потолок 3-го этажа пострадал от августовских дождей и непогоды, потому что крышу сняло и внутри шел дождь. Также не было высоких температур, чтобы все высохло. По словам директора, на капитальный ремонт кровли необходимо около 3 миллионов леев. В сентябре управление образования выделило им только 800 тысяч. Слишком маленькую сумму, чтобы восстановить все. Мы можем снимать в классе? Нет, потому что идет учебный процесс. Идут уроки. Мы все реабилитировали, снесли все, что представляло опасность. Я все осмотрела, чтобы не было никакой опасности. У нас нет других классов, поэтому продолжаем учебу. Как утверждает Валентина Олару, муниципалитет еще не выделил деньги, а восстановительные работы могут начаться в ближайшее время. Мы хотели получить комментарии мэрии, но начальник управления образования Андрей Павелой бросил трубку. Между тем, сегодня утром местные советники потребовали, чтобы ответственное лицо представило информацию об этом случае на заседании Мунсовета. Эту тему еще предстоит обсудить.